Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом рассмотрена на совещании в городской администрации. Она охарактеризована как стабильная, благополучная. За прошедшую неделю зарегистрировано 1750 случаев заболевания, что на 5% меньше, чем за предшествующую неделю и ниже среднего многолетнего показателя. Случаев заболевания гриппом не регистрировалось. Было указано на необходимость в преддверии сезонного всплеска заболеваемости постоянно контролировать эпидемиологическую обстановку, активно проводить мероприятия по профилактике и предупреждению распространения ОРВИ, гриппа, а также пневмонии. Что касается иммунизации против гриппа, являющейся профилактическим мероприятием в том числе и для негриппозных инфекций, медицинские учреждения обеспечены вакциной в достаточном количестве. На сегодняшний день прививку получили 26% тагильчан, что составляет 45% от плана национального календаря. Большинство категорий прививается темпами, превышающими средние показатели по Свердловской области. Среди отстающих – работники коммунальной сферы, лица старше 60 лет, дети до 6 лет.